Выставка в рамках форума послужила каналом передачи опыта для всех участников. Муниципальные образования на своих стендах продемонстрировали ведущие предприятия районов и инвестиционные предприятия. Ленинский район представил подрастающий экономический потенциал. В первую очередь это предприятия, которые переходят на программы импортозамещения. Это спасские партнеры, предприятия по гигиеническим предметам, расположенные на территории горок Ленинских, где предполагается изготовление медицинских приборов для проведения операций различной сложности. Новый промышленный кластер «Технопарк М4». И еще одно приоритетное направление – туристическое. Здесь были представлены музей-заповедник «Горки Ленин» и Национальный конно-спортивный парк «Русь», как тоже одна из больших зон, которая сможет увеличить туристический поток на территорию района. А это одна из ключевых задач муниципальной власти. Посетителей выставки у стенда Ленинского района угощали пирожными от кондитерской фабрики «Клубничка» из поселка Измайлова. Мы находимся все-таки рядом с МКАД. У нас есть достаточно хорошая логистическая доступность. Рядом находится международный аэропорт, хорошая транспортная железнодорожная доступность. Я уверен, что сегодня будет много различных интересных партнеров со всей Российской Федерации, в том числе из-за рубежа. С Китая сегодня будет много различных предложений. И мы будем бороться за инвестора. Это наша принципиальная позиция. Мероприятие открыли председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Московская область входит в пятерку самых заманчивых для инвестиций регионов страны. Ответственность за привлечение и сопровождение инвесторов лежит на муниципальных властях. Производственный успех Московской области, в том числе налоговые поступления с производств, по мнению губернатора, являются результатом работы власти на местах. Это такая смелая попытка сегодня разобраться, что же мы такого должны сделать, чтобы в каждую территорию, во все наши муниципальные образования приходили и отечественные инвесторы, малый и средний бизнес, инновационный бизнес в наши Наукограды приходил. И часто мы думаем, ну да, вот сейчас, конечно, очень сложно, кредиты дорогие, финансирование ограничено, но то, что мы видели на выставке, то, что уже сегодня, в 2015 году, реализован на территории Подмосковья, позволяет нам говорить, что мы на правильном пути. И если очень захотеть, если верить, если уделять персональное внимание бизнесу, то результат очевиден. Проведение такого рода форумов дает возможность вести активный диалог между муниципалитетами, обмениваться опытом для устойчивого экономического развития территорий. Это хорошая площадка для возникновения новых идей, направленных на обеспечение устойчивости нашей экономики. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.